Государственные флаги, гудящие на улицах автомобили, плакаты с антиизраильскими и антиамериканскими лозунгами. В Иране отмечают 43-ю годовщину исламской революции. Несмотря на пандемию коронавируса, на улицы Тегерана вышли тысячи людей. В столице Ирана и других городах страны состоялись автопробеги. Празднования проходят на фоне возобновившихся в Вене переговоров, цель которых – восстановление ядерной сделки в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной.